Глумление над усадьбой Бастрыжинских со стороны недобросовестных строительных дельцов и нерадивых чиновников продолжается. Пока полиция так и не решилась возбудить уголовные дела в отношении лиц, глумящихся над усадьбой, строители решили ее продать. Что это означает? Это означает, что возникает рукотворный конфликт между собственниками квартир, которые нависают над усадьбой, и собственниками земельного участка, который находится под усадьбой Бастрыжинских, который будет в новой собственности. Я со своей стороны ставил этот вопрос перед прокуратурой, но, к сожалению, органы прокуратуры не установили факт нахождения вот этого многоэтажного здания над усадьбой Бастрыжинских. При этом судом Ленинского района в мае 2022 года установлен факт размещения груды из бетона и стекла над усадьбой Бастрыжинских. Что еще хочу отметить? Я все-таки надеюсь, что у нас найдется свой граф Монте-Кристо, который выкупит усадьбу Бастрыжинских и поставит вопрос о сносе стекла и бетона, которые размещены над его земельным участком. Вот такая картина маслом.